Чтобы не замерзли еще сильнее, в Бийске на неделю перенесли дату проведения гидроиспытаний. Причина изменения графика – низкая температура воздуха. По плану гидравлические испытания в Бийске должны были начаться уже в понедельник, 14 мая. Таким образом, без горячей воды жители остались бы на 10 дней до 24 числа. Однако метеорологи прогнозируют на середину мая температуру чуть выше 10 градусов. И потому начало гидроиспытаний перенесли на неделю. Отключение горячего водоснабжения запланировано на 21 мая. Напомним, гидроиспытания теплосети ежегодно проходят в мае, сразу после окончания отопительного сезона. Цель – выявить повреждения на теплосетях. После обнаружения скрытых дефектов на магистралях и квартальных сетях теплоэнергетики приступают к их ликвидации и текущему ремонту. Все мероприятия энергетики намерены завершить в первой половине июня.